Я занят. У тебя ведь есть дела поважнее, м? Смотри. Сперва передохну. У тебя ведь есть дела поважнее, а? Гляди, мне надо работать.
У тебя наверняка есть еще дела. Оставь меня! Теперь лучше уходи. Оставь меня в покое. Что же это? Мне надо работать. У тебя ведь наверняка еще. Не мешай мне. По заслугам. Не создавай здесь лишних неприятностей. Теперь лучше уходи. Ты еще не... У тебя мало зол. Расскажи мне, что... Покажи мне, как выковать оружие из руды. Тут многого знать не надо. Принцип тот же, что и при ковке оружия. Нагреть заготовку, обработать, охладить. Но, конечно же, для оружия из руды нужна заготовка из руды. А кто повстанец-подпольщик в Кабдуне? Ты в порядке? Он скрывается среди рабов в Кабдуне, чтобы его не узнали. Надеюсь, они его еще не вычислили. Но если хочешь завоевать его доверие, скажи ему, что тебя прислал Хавьер, ему в поддержку. Береги себя! Не добавляй еще больше проблем.
Покажи мне свой товар. Чему и не научились. С тех пор, как здесь появились орки, путешественники стали редкостью. Ты заблудился или идешь в деревню? Я иду в деревню. Значит, ты ищешь работу, так? Смотря какая работа. Наемникам в деревне нужен помощник, при условии, что ты умеешь обращаться с оружием. Что ты тут делаешь? Я охотник. Но времена настали плохие. Много волков, мало дичи. К счастью, орки платят мне очень хорошую цену за волчьи шкуры. Ты можешь научить меня охотиться? Конечно, могу. Только что я с этого буду иметь? А что ты хочешь? Принеси мне 10 волчьих шкур, которые я смогу продать. У орков в Кабдуне их очень много. А потом я покажу тебе, как нужно охотиться. Белер! Да... Я еще не готов. Даруй. Я еще не готов к этому. Что? Кто? Чего тебе надо? Уходи. А ты что здесь делаешь? Эй, приятель, спокойнее. Я просто собираю кое-какие травки. Травки? Есть у тебя что-нибудь стоящее? Ну, конечно, у меня есть несколько целебных растений. А куска жареного мяса у тебя случайно не найдется? Конечно, на, возьми. Отлично. Спасибо, дружище. Вот целебные растения. Из нас бы вышла хорошая команда. Ты и я. Как мне найти здесь растения? Да это проще простого. Только надо знать, где искать. Например? На горных склонах. Если очень повезет, можно найти целое поле растений.
сломана. Начнем заново. Слишком тяжело. О, новое лицо. Я наемник. Мое имя Сайлас. Я... Еще один горемыка, который пытается заработать. Я знаю это. У всех так. Сходи к Буффорду. Может, у него найдется для тебя работа. Если мне повезет, получишь мою работу. Кто такой Буффорд? Он здесь начальник. По меньшей мере у наемников. В общем, если ты не орк и принадлежишь к Уруку, то он твой единственный шанс, чтобы как-то утвердиться здесь. Ты найдешь его в конце главной улицы. Чаще всего он стоит перед своей избушкой. Что ты тут делаешь? Я должен следить за рабами. Недавно один из них смылся. С этого времени мы не имеем права оставлять рабов без присмотра даже на секунду. Что тут есть в городе? Городе. Кабдун, конечно, большой, но точно не город. Здесь нет даже приличной пивной. Но здесь хотя бы работу дают. Ты точно подойдешь. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Эй, чего тебе надо, Мора? Какое у тебя дело в этом городе? В городе? Кабдун — просто вонючая дыра. Но уж лучше быть с моими братьями под Ленгардом, столицей вашего марионеточного короля, чем стоять здесь на страже. Тебе что-нибудь нужно? Пожалуй, нужно. Мир и покой в этом городе. Так что лучше не зли нас. Не подходи к чужим вещам и дерись только с нашего разрешения. Надеюсь, ты понимаешь меня, Морре? Определенно. Нам обоим еще достанется. Эй, ты! Кажется, несколько золотых монет придутся тебе как нельзя кстати. Кто ты?
Я служитель Белиара, ассасин. Раньше я жил на юге, по ту сторону границы. Я пришел в вашу страну, чтобы предложить оркам свои услуги в качестве охотника за рабами. Ты только что упомянул про золото, да? Что я должен сделать за это? Один из моих рабов, паршивый ублюдок Харек, сбежал. Я не могу тут все бросить. Поэтому мне нужен кто-нибудь, кто поймает этого парня. Как насчет тебя? Ты вроде не похож на очень брезгливого. Ты продаешь людей в рабство оркам? Это просто работа, как и любая другая. Совсем недавно я даже продал оркам самого настоящего паладина. Ты продал оркам паладина? Он сейчас наверху, в маяке. Его там орки допрашивают. Я получил за него приличную сумму. Снаряжение его, конечно, и гроша ломаного не стоило. Негодная броня. Ничего не стоящий кубок, а еще какая-то мелочь. А где сейчас снаряжение пойманного паладина? Ну, Уркраса. Он дал мне за него несчастных 50 золотых. Я поймаю Харека. Где он? Если бы я знал, я бы его уже давно поймал. Он, скорее всего, еще где-то поблизости. Может, кто-нибудь видел его возле города? Жизнь охотника за рабами кажется очень выгодна. Помоги мне, и, может быть, я расскажу тебе об этом побольше. На травника ты не похож. Ну, хорошо, приятель, ты прав. Я раб, я сбежал из Кабдуна. Ты нашел меня. Но это не причина для опрометчивых действий. Что ты можешь мне сказать? Я сам из этой дыры. И наверняка смог бы тебе кое-чем помочь. Ну так что? Хочешь получить пару жалких золотых за мою голову или поможешь мне выбраться отсюда? Куда ты собрался? Отведи меня в деревню, к охотнику Йенсу. Я спрячусь у него на некоторое время, а заодно смогу и прилично поесть. Рука руку моет. Может быть, я и трус, но зато я ловкий и изворотливый. Если ты мне поможешь, то, может быть, я смогу продемонстрировать тебе кое-какие свои способности. Я помогу тебе. Я уведу тебя. Хорошо. Я привел тебе гостя. Харику нужно на некоторое время скрыться. Понятно. Пусть пока он побудет у меня. Спасибо, приятель. Я напомню тебе об этом, если мне что-нибудь от тебя понадобится. Согласен. Вот, возьми хотя бы эти напитки, они тебе пригодятся. Я хочу научиться акробатике. Владение своим телом – это дело тонкое. Оно поможет тебе выжить при падении с большой высоты. Но помни, что ты не бессмертен. Отдохну немного. Я уверен, что у тебя еще есть дела,